Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Окей. Мне кажется, или в четверке даже миссии-то такой не было. Очень круто. Отдается Андреасу или Вайс-Сити. Так, еще готов ехать. О, о, хорошо. Вау. Ну и славно. Прямо здесь я и уснул. Да, Брайан, как-то я задумался и подумал, что-то я даже не вынес твой труп отсюда. Вау. Вау. Ух. Спасибо. Классный комплимент. Так, мы почти доехали. А откуда вы знаете, как он выглядит, кстати? Я вот сейчас подумал. Я-то знаю. Но вы-то откуда знаете, как он выглядит? Так. Удивительно, но вы правы. Просто на удачу. Как он умудрился? Блин, черный юмор, но как хорошо. А, мы ж сюда потом с Ника придем спасать его, точно, я забыл. То есть это работа Джонни. Понятно. Время Дарвина, на... О. Братва. Погнали. Я think too smart, Johnny, eh? Eh? I have what I tell you, perfect clarity, beautiful clarity, well cut and a shitload of carrots. What do you expect? Tony, they're gorgeous. Just like you. То есть вот как эти бриллианты попадают на Либерти-Сити, их отдают Тони. И их пытается забрать Джонни Ля Рея. Интересно, только что был джингл от Русланы, но Владивосток ФМ вообще без русских песен в этой версии игры. Печаль. Упс. Палец на курочек нажал случайно, прости. Да. Нико разобрался совсем не хуже тебя. Колесо пробили. Все. Got all the money the diamonds can buy. You mean all Ray's money? Fuck Ray, man. Fuck all of them. Yeah, fuck them. I guess we're rich then. You better not be pulling nothing, Johnny, or I'll start pulling your fucking teeth. You hear me? Fuck Ray, man. Fuck all of them. Ну, факапнуть Рэя, конечно, не стоило. В общем, странное решение со стороны Джонни. Нет, я понимаю, но... I fucked Ashley, my friend, and now I'm gonna fuck you. Where's my fucking stuff? Fuck off, Ray. Go ahead. Drop the fucking gun, goon. No. I'll cut him. No. Get the fuck up. Back up. Go ahead. Go ahead. God, run like a couple of girls. Billy was right about both of you. Backstabbing fools. God, I got guys on every corner. Where you gonna go? I'll see you later. I gotta go talk to Ashley. I'm gonna go get the fucking brothers. Все идет по пи***е у Джонни. Очень грустно. Но он сам дубина е***е. Какой дурак это делает? Реально, почему нельзя было разбить, как было договорено у них между собой? Ничего сложного, чувак, прости, очень классная тачка, как раз, чтобы пообщаться с девушкой. Джонни дурак. Мне лично удивительно, как он думал, что все пройдет гладко. После такого тупизма с его стороны. Так, первый подъезжает. Jonathan Klebitz, my brother. I'm not gonna ask how you got in here, brother. Checkmate, dude. Come on, get it over with. Do it! I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? Come on! Эх, вот это концовка.